Барсик, Барсик. Боже, Смотришь на 20 лет вот этому котику. 20 лет, вы можете подумать. Пенсионер, блядь. Пенсионер. Так, не подойдет ли? Знаешь, не надо, скажи, меня обидеть. А так! А так! 20 лет коту защищается, ну, как может. Делает? Он вспоминает, вспоминает, как он с Мишей. Миша начинает у Оли донимать. А, ну. Лапы кверху, ты представляешь? И падает. Лежать его не бьют. Смотри, он еще... Сейчас еще психовать начнет. Да. Рычать. Ничего себе дает. А потом ляжет заново, и он ему надо отомстить тебе. Да, потом подпигает и... Отомстит, боитесь? Ага, вот а, так видишь, вот. Как он кидается потом. Правильно. Видишь, у него же там ногти, не надо когти. Не надо трогать, скажем, она. А Миша любил под простыню руку засунет, начинает. А, ну. А он? О, ищет, ловит. Да, я же тоже так играл. Да. Не хочешь? Да нет. Не то совсем. Вон что. Как Мишка на кровати его, да, Вов? А я его отвлеку, ну-ка. Бах, и упал, слышишь, что? Да. Я Миш, ну все, хватит. Он не любит, когда его вот так вот руками. Да, это опасно же. Это же опасно. Молодец, защитился. Ничего себе! Вот это да! Ну все, Володя, тебе все руки сегодня оборвет. 20-летний старичок, да? Слушай, молодец, какой глаза ясные. Ах ты ногами, да? Сейчас. Иди к маме. Иди к маме. Барсик. Смотри, разошелся так. Ты посмотри. Смотри, не прыгнул. Ну и что он прям так же? Барсик. Да. Барсик. Что-то погодка такая, так на голову давит, блядь. Ну, что сделаешь? Меньше надо соли. Не будет давить, конечно. Так кажется, что. Ты какой красавец. Да можно тебя погладить? А можно? Ты разошелся, наверное, сейчас недоглажение, да? Так тебя хотел... пальцами. Ох, кушай, учи. Да нет, я же... А он по инерции. Да, он разошелся, да. Он... Раздраконил. У мамочки-то посидел? Ох ты, сидит у мамочки на руках. Видишь ты? В туалет сходит сам на улицу, прямо на снег, как собачка. 20 лет вот этому котику, Барсику. Вчера вывела, уже поздно его. Женщина идет, этот собака у нее здоровая, рыжая, в виде овчарки. А мы за дом туда зашли к нам. И она, а вы можете убрать, ну, кота? Я говорю, вы не можете обойти тропинкой? Чего вообще под окнами ходить? Ну да. Ну, нагнулась, взяла его, отвернулась. Она, правда, быстро. Мне все равно. Ну, вот другое дело. И все. Ну, а почему вам не пройти? Обычно, когда видит, что я с ним это, ну, он гуляет, они раз... Вот так вот обошли, ну да, где-то пенамбурку там, да, и пошли. Это они наша прямо, территория. Они прямо мимо нашей лавочки привыкли ходить. Да, я и говорю, это же наша территория, еще вы условия будете...